Хорошо, когда два монитора и чат отдельно есть. Ну, типа, знаешь, прям в OBS. Это, говорят, удобно. О. О. Как все плохо. Пора одеваться. Можешь начинать сбор на новую аномалию. Завтра. Я 1000 накопил. Ну вот, завтра и будет. Я понял, что ты начал играть только по словам, что перки раскидывать стал. И воззвал ко мне монолит, и волю его увидел я. Величие судеб его. Тяжелый, сука. Не монолит, если что, а этот рюкзак. Все. Я готов и заправлен. Костюм мой поправлен. И все поломано к хуям, блядь. Замечательно. Фастсейв на всякий случай. Что за монолит? Забыл. В смысле? Как можно забыть за монолит? Они же эти. Вот те самые. Так, что по работе? Одиночки? Юпитер. Окрестности Юпитера. Аномальная роща. Я туда не пойду. Антидот? Нет. G36? Нет. Свободу на затоне? Ты что, прикалываешься? Панцирь? Нет. Мяша тушканчиков. Мясо тушканчиков, серьезно? 10 штук? Очень маловероятно. И все. Ну давай. Давай, окраины. О! Федя Молочник, вот тебя я забираю. Федю Молочника я забираю. Так, мне нужны ля патронья. Какие-нибудь такие вот. Две стоят уже дороговато. 50 сойдет, одной пачки хватит, я надеюсь. Все. Встретиться со скупцом. Сейчас пойдем встречаться со скупцом. Что за них играть? Там же только free-to-play. Нет, у них есть сюжет. Я вот даже взял одно сюжетное задание. Где там? Ну, кстати. Трэш. Вот. Где оно? Сука. Сука. Во. Встретиться со скупцом. Вот это вот сюжетный квест. Я не помню, как тут показать его полностью. Но, в общем, там есть у монолитовцев свой сюжет какой-то. Это васянская музыка. Почему васянская? Ты чё? Кино не уважаешь? Капец. Минус доверия. Здорово, черт. Научная аптечка. А немного ли ты хочешь? А ты чё хочешь? Панцирь. Радар. Радар, блять. Нашивка со знаком радиации. Рука Бюрера. Давай, ладно, ради прикола возьму. Все. Уже аниме техно и лава-лава. Нибу-ниму, что это? Так, окей, я стрелять умею. Чел, подожди. Давай ко мне. О, молодцы, пойдем. У нас есть два чертика запасных. Бать, дождь хуярит. Там уже кто-то хуярится. Ну, не будем им мешать. Ля, красиво, красиво. Вот жалко, лагает, правда. Статоры страшные. Походу, прос реально тротлит. Не хватает немножко со стримом нагрузки. Блин, придется лог снимать. Хреново. Нищий монолитовец белой кожанки. Почему? В стандартном монолитовском обмундировании, вот как у него. Че хочешь? Ничего не хочет. Эх, ладно, поехали собак убивать. Шовки! Что это было только что? Неважно.
Да не ты, а чел, которому ты сказал идти с тобой. Ой, вы этого не видели. Какой? Один, блядь, в экзокостюме, этот подсос его в этом противогазе. Кстати, у него G36 с глушителем, с оптикой. У черта ВСС Винторез тоже с оптикой. Нормальный такой этот самый разгон. Если их кокнут, я вообще буду в шоколаде. Я так нормально залутаюсь. Шавки! Я тебя слышу, тварь. Я прям тебя слышу. Мужики, аккуратней. Она где-то здесь. Блять! Ты мелкий, мелкий. Кто там просил? Сука, стой. Кто-то хотел мясо тушканов там. Но то, что тушканчики заспавнились, это очень хорошо. Блять, дикий черт. Локации с Call of Duty 4. Так. Убираем все. О, не отпускает меня заяц местный. Хочет, чтобы я мясо ему отнес. Он там 10 штук просил. Я вряд ли столько насобираю. Да мало ли. Башка вообще без мяса. Когда был у Сахара, он упомянул про пси-шторм. Через 17 часов или раньше. Сакс. Ладно, послушаем этого черта. Так, и что я насобирал? Три мяса? Охуеть. Спасибо. Я забыл, как оружие... А, вспомнил. Оп. 7,92 для Маузера. Мя. Бинтик, игра мне заспавнит сегодня или нет? О, спасибо. Жалко, они радио сделали костылем. Переходишь из локации в локацию, оно берет и вырубается. Ух, удобно. РФ-ресивер поможет вам в нахождении того, что спрятано от ваших глаз. От моих глаз ничто не скрывается. Так, где моя музыка? Васянский мод. Это легендарный мод. Хуяси там. Война. Так, мужики, аккуратней. Ебать. Вот это он мастер вообще. Посмотри, он в миллиметре от нее остановился. Не вижу никого. Я знаю, что там кто-то стреляет. Я вижу аномалию огненную отсюда. Западнее универмага, держись подальше. Санек, бульдог. Надо ему помогать идти. Санек, держись. Бля, бля. Ну в кого? А. Ебать. Собаки. Сука. Время жить. Так, важно не впендюриться в аномалию. Около торговцев.
Я эту песню Мизери слышал у торговцев. Ну так, это Люмен, по-моему. Время. Чертяка! Вы ж свои, да? Блять, вы меня так не пугаете. Самая быстрая рука на дикой пустоши, в смысле, в диком Вейсленде, да блять, в дикой Припяти. Не наблюдаю никого. Вася! О, кто это? Кто этот черт? Оп, стригерился. Чужие бы сразу голову отправили. Не факт. Вон он стреляется с кем-то. Кто это вот? Я не вижу, кто это. Вроде греховник. Свои не стреляют. Хуй его. Пойдем спросим. Это, конечно, суицидальная акция, но... Мало ли. Фуля. Мужик, мужик, ты из греха? Кто это, блядь? Репутацию не сняли. Походу, бандос был. Жарко, наверное. Кинь гранату в него. По крику поймешь. Он разговаривал как одиночка, кстати. Ты не толкай меня в аномалию. Ты что делаешь? Да блин, хорош. Кем ты был? Грех, бля, греховника ёбнул. Хреново. Ну ладно, чё уж тут поделать. Ёбнули уже. Собаку вроде всех порешил. Тихо. Чё это здесь катается? Ну нахуй. С одной жизнью так рисковать не буду. Культист как в Таркове, да. Группировка Грех, они это, они полумутанты. И они, кстати, переживают выброс. И в этом моде за них можно поиграть. Можно даже, будучи монолитовцем, пойти на базу Греху, сказать им: ребята, здрасте, я решил к вам устроиться, и тебя возьмут. Вообще даже без резюме. Даже без образования. Даже без ствола. Такс, какой план? Хорошему, конечно, надо вот это вот дело зачистить. Было бы прям вкусно очень. Разжиться чем-нибудь. А цель чертяка живет на базе одиночек. А это очень плохо. Потому что база одиночек для нас это жопа. О, классная песня, кстати. Это, по-моему, тату, кстати. Не открывается. О, потрошки. Народ осторожнее, деревни на складе жгучего пуха на мелону стало бы. Мать капитан очевидность. А может, и не тату. Я не помню. Че я там собрал вообще? Оно живое? Ну, вроде живое. Патронов нет.
Хотя бы будет стрелять. Может быть, раза два выстрелит, и все. Неплохо, неплохо. Блять, меня так манит этот магазин книжный. Там столько лута можно вынести. Но это поход в один конец просто. Так-то у меня есть еще один магазин. Ну, пачка патронов. Ну, блядь. Кто рычал? Ладно, с двумя подсосами, я надеюсь, там плюс-минус что-то получится. Надо как-то заныкаться. Даже не фонит вроде. Странно. Вижу одного черта. На, нахуй, минус. Лени встал на колени после удара. Блять, больше никого нет. О. Минус два. Вот томик любимой хентай манги. А чё плохого? Автоматные очереди на окраинах Припяти южнее магазина книги. Очереди! Два выстрела сделал. Очереди! Чё-то я там никого не наблюдаю. А подходить я чё-то не хочу. Я знаю, что вот здесь стоит один охранник. Это минимум. И там у второго окна стоит еще один часовой. И вот здесь всегда стоит черт какой-то. Но когда туда заходишь, оттуда начинают лезть черти, как из табакерки. Типа... Сразу отбрасываешь коньки. Сука, страшно. Но там вроде никого нет. И там вроде тоже. Мужики! Может, вы это... О, о, пошла, пошла жара. Огонь, огонь! Чё вы смотрите, придурки, огонь! У сталкеров вообще ТГ-канал, да? Так и есть. Не наблюдаю, он там стоит. Угу. Ну так стреляй в ответ, придурок. Монолит. Че, его завалили? Придурок. Не наблюдаю. Опа. Минус второй. Откуда он стрелял? Где-то вот здесь сидит тварь. Вылезать не хочет. Сука. Я терпеливый. Опа. Шесть. Гранату кидай, она не долетит далеко слишком. Пять, четыре. Четыре патрона. Три патрона осталось у меня. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Сука, 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 сука! Дебилы, блять. Это ж надо было так сдохнуть, а? Винторез свой просрал. Дай, 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 дай. Спасибо. Столько не убейте меня, нахуй. С винторезом. Вот, он живой! Ебать, он живой! Охуеть! Охуеть! Живой винторез. Это редкость, между прочим. Большая редкость. Придется, конечно, его просрать. Все ради выживания.
Все ради выживания. Патрошки есть другие? О, целый один. Охуенно, блядь. Не наблюдаю. Там точно куда-то один убежал. По-моему, там кто-то сидит. О, смотри, смотри, точно сидит. Сидит чертила. Бля, я не попаду, наверное. Дай-ка мне что-нибудь другое. Что там есть? Вот эта штука. О, три патрона, нормально. Ёбаный в рот. А может, это глюки? Да, походу, это глюки были. Фу, бля, 7 патронов. 7 штук. Хотя... А, сука, попался! Минус. Кайф. Так, друзьяшки, я вас разлутал, да? Все, тогда можно потихонечку отсюда выползать. Там 100 пудов еще сидит человека 4. Так, тебя мы, наверное, разрядим тогда вообще и выбросим нахуй. Слишком тяжелая. Тебя перезарядим. И 3 штучки. Да, пиздец, печально. Ну ладно, ладно, что это начало. Нормально. Это как сейчас? Вот сидит черт. Лутает труп. А я стреляю и не стреляю. Оружие с предохранителя. Бля. Минус один. Патронов по нулям. Зато репу вернули. Эх, беда, беда. Блять, не пугайте меня так. А, 5 штук. Куда он делся? Он умер. Он умер. Сейчас вообще мега, мега важный, мега опасный момент. Если мы сейчас выживаем, если там никого не осталось, а там кто-то остался. Блять! А, сука! Кровь! Ёбаный рот! Больно-то как. Патронов нет. Все, мне стрелять нечем. Блять. На тоненьком ХП. Да. А там не вижу никого. Что, думал, один такой умный с аптечками? Ну, да? Ты где, черт? Блять! Нет! Нет! Промахиваться нельзя. Да он делся. Пять патронов. А! Ебать. Там что, еще один, что ли? Он впустил, он меня чуть не обманул только что. Ждем. Прикрываю. А, блять. Это была Грена? Сука, ты доигрался. Как же ты нахуй сейчас огреешься? Он умер. Он умер. Сука!
Там еще кто-то шляется. А, нет! Тварь, блядь. Это было опрометчивое решение. Максимально нахуй опрометчивое. Сука. А так хорошо все начиналось, а? Так хорошо все начиналось. Ебаный рот этого казино. Да, полтосом можно подтереться. Мне банально не хватило патронов. Если бы мне хватило патронов на этой... на какой-нибудь, сука, винтовке, я бы их вынес. Но, сука, нет. Патронов. Окраина Припяти, отлично, отлично. Геркулес, нет, нет. Дикая территория, нет, нет, нет. Понимаю. Понимаю. Болото. Понимаю. Окрестности Юпика не пойду. Свобода, рука Бюрера. Попробуем. Бля, туда пошел. Опять ливень хуярит. О, чувак, ты пойдешь со мной? А, ты вообще не разговариваешь. Жаль. Может, ты пойдешь со мной? Да ёба народ. Ну как так-то? Мужики! Может, ты пойдешь со мной? Ты тоже не разговариваешь. Псевдочи они уже завалили. Я так не играю. Так нечестно. Не зажигай. Собаки. Походу это рестарт. Там 10 миллионов собак. Шавки! А, мама, бежим. Чего не бежишь? Давай, давай, за мной. Сука, не хочет. Вообще-то хуй с вами, наверное. Чего мне сделать, я в другом городе? Шо он нахуй? Оп. А, бля! А! Сука, пистолет! Бля, игра бинтик не заспаунила. Ебать!
Патроны важнее. Патроны важнее. Да, бля! Что за хуйня? Я загружался, что за говно? Блять, ну так нечестно. Что за баги? Гадость. Теперь я умираю. Я хоть не протекаю там. Ладно, план с книжным тогда откладывается. Раз уж у нас не нашлось компании для рейда книжного, пойдем займемся другими делами. Бывает, ну, блядь, ну это хуйня какая-то. О, аномалька. Чуть меня не съела. Так, где я там? Мне вот туда. Они меня не догонят никогда в своей жалкой жизни. К БО юбилейный. Так, ну чё, сжираем аптечку. Здоровье важнее, как бы. Жалкие аптечки там. Аптечки какие-то. Эта анимация так длилась долго. Такс, мне нужен что-то. Музычка какая-нибудь. Так, скупец. Надо кое-чем поторговать. А, хотя 500 рублей с чем? Что купить на 500 рублей? Бумаги, туалет, можно подтереться. Работу он не дает. С тобой разговаривать бессмысленно. Чка, сигарет, значит все не так уж плохо на сегодняшний день. Мужики, вы что тут делаете? Вот, разговариваешь? Бля. Свежий хлеб, 4 булки. Ну, сорян, такого не имею. Жалко, со мной они не хотят идти. Что если их грохнуть ножиком? Ебать, а вы тут что делаете? Тоже не разговариваете? А ты? Ну, это точно не говорит. И этот тоже. Что если их ножичком так чикнут сейчас? А? Хозяйственный был. Трамплин. Чисто разбегаешься и в трамплин прыгаешь. Так. Кого бы кокнуть здесь? Вот тебя можно кокнуть. Но ты, сука, с обрезом сраным. А больше тут никого и нет. Тех двое, этих двое. Может, кто-нибудь спрятался куда-нибудь за куток, залез? Нет. Опа. Тут так я не играю. С чем ты? Хороший дробовик. Может, ты отвернешься? Чел. Чел, ну отвернись. Отвернись. Воу.
упал. А! Бля. Не получилось ни про канала. В пяточку тебя. Все, никто этого не видел. Никто ничего не докажет. Все свидетели мертвы. Бля, ты кто? Сука. Ой. Блять. Как так-то? Когда ж вы закончитесь-то, ёб твою мать? Не стреляй только. А чего они не стреляют, кстати? Ни одного выстрела так и не было до сих пор. Репутация ухудшилась. Ничего страшного. Мне как бы лут важнее репутации. Для моего? О, полезненько. Мужики, не надо. Не совершайте ошибки. Мужики. Но мужики. Но не надо. Ладно, я сделаю. Я сделаю вид, что я ушел. Я надеюсь, они в меня стрелять не будут. Ёп! Твою мать! Ладно, я понял. Вы не будете в меня стрелять? Молодцы. Молодцы. Блять. Да блять. Не стреляй. Пизду. Оп. Да блять, привычка после киберпука. Уже носить бы убирать. Не надо. Че я там налутал-то хоть? О, нормально так. Вообще отлично. Артём Середа, Затон. Так вот в аномалии-то улазить. Так, ну, я с патронами, по крайней мере, и даже с дробовиком. Можно
Шоколадка. Пойду еще один тайник заберу. Тут есть под крышей. Но, по-моему, он пустой. В прошлый раз, по крайней мере, был пустой. А нет, смотри. Детектор мне привезли. Нормально. Верни. Такс, чё-чё. В целом зарядились. Можно сюда сходить, но тут кровососы, сука. Вообще, надо в прачечную валить. А, кстати. Кстати, там есть еще одна штука. База интернационала. Можно еще туда заглянуть. Правда, скорее всего, я в лицо получу. Рискнуть можно. Я вижу тебя, аномалия. Меня не проведешь. Подожди, что? Оно открытое? Что? Это то самое здание? Бля. Бля. Тогда у нас проблемы. Эти чертяки живут на той стороне. И вряд ли они захотят делиться лутом. Конечно, закрыто все. Где оборудование? Странно. О. Да блять. Температура начала зашкаливать. Ночью будет идти шторм. Это хреново. Это прям мега хреново. Можно здесь через окно вылезть? Лучше ниже. О, вот это место. Блять. Ладно. Меня дурацкое окно. Блин, серьезно? Капец, что за фигня? Ладно.
все зерновых. Что? Каких зерновых? Так. Сейчас надо максимально аккуратно либо слинять отсюда, либо зачистить это место. По крайней мере, по мне не палят. Злобное око. Нет, нихуя. Блять. Пошла нахуй. Так прикольно дробовик достает. Вроде нет никого. Опа-на! Хуя себе, блин! Вот это подгон. Так, ну... Это меняет наши планы, на самом деле. Я попытаюсь текать обратно. Если меня сейчас не подстрелят на обратном пути, там еще снорки где-то должны быть, по идее. Я надеюсь, что обойдется без них. Вон они ползают. Вон он ползет. Здесь тут без аномалий. Вот на самом деле с режимом «Одна жизнь» игра преображается. Ты реально чувствуешь зону, что она, сука, опасная. Что если ты наступишь какую-нибудь аномалию, то, блядь, обратной дороги уже не будет. Что тут реально опасно. Мне показалось, или я аномалию видел? Надеюсь, что показалось. Я надеюсь, что зомби меня сейчас не подстрелят на обратном пути. Сейчас передышка нужна. Заебался. Шоколадку, наверное, продам лучше. Хотя... придержу. На заре. Мужики, не стреляйте. Я свой. Никто ничего не видел, никто ничего не видел. Вроде спокойно, тихо. А? Никого нет. Здорово. Что надо? Да, о! Это я имею на 6500. 6500. Пиздос. 6500, блять. 6000. Я на эти деньги даже поесть себе не куплю. Для тонкой работы. Забей вообще. Сколько стоит ремонт? 21 тысячу. Сколько стоит ремонт? 2100. Нет, 2000 за ремонт пистолетика я не готов отдать. Так, тогда вот это на забирай. Изолента. Блять, вот это забирай. Вот это забирай. Полиэтилен. Вот это забирай. Это что такое? Забирай нахуй. 1200. Еще бонусом сверху. Сколько стоит? 5000!
А, кстати, у меня... А, клей не подойдет. А это сколько стоит? 2000. Сколько там? 79%. Ниже 90. Это уже не пойдет. Ниже 90. 85. Тоже не проканает. 75. 87. То есть 3000 у меня сейчас на ветер выкидывается. Это пиздец. Не. Это не наш вариант, нет. Так, забирай вот этот трэш. Непригодный трэш тоже забирай. Фонарик я придержу, спички. Один коробок мне оставь. Да, блядь, нет, нормальный коробок мне оставь. Так, вот это вот сюда. Блядь. Во. А это себе забирай. Так, мина на. Шоколадку на. Все это трешовое нахер не надо. Патроны. 4 штуки. 5 штук. Водяра. Очищенная вода. Ладно, 7 тысяч плюсом. Того 16. Ну, в принципе, я другого и не ожидал. Ладно, из пистолетов что? 11. Кольца раз... А это сколько заберешь? А, ты его не забираешь, плохой... Нихуя себе ты, гнида. А, нет, забирает. За 900 рублей. Блядь. Пиздец, скидочка, конечно. 45-е, нет, что у нас там? 9, 18. Ну нет, тогда смысла менять вообще нет никакого. Одно на другое. Подарить на, дарю. Так, ладно. Уолтер. На 19-х, а это на 18-х, да? СП-шка. Да так-то мне, в принципе, больше ничего и не нужно. Аптечка, бинт. Шприц. Могу даже вот это продать. На 900 рублей. Тем, кто ложится спать, спокойного сна. Патронов тогда закуплю еще себе. Вот пиздец. Тысяча 200. Это ладно. 21 тысячу. 72%. Комбез уже улетает в говнище. 72%. Ниже 75. О, 65. 16 тысяч. А нельзя купить один заряд там? Блять. 16 тысяч. 85, 90, 70. О! Опа! Опа-па. За ренты замотаем. Тут
уже 80%. Ну, 88 это вообще ни о чем. У тебя есть что-нибудь такое расходное? Ой, сколько стоит? 200 рублей, давай. Девять. Ладно. Ох. Мы, конечно, потеряем бабки, но... Ох, реально похуй. Сука. Чуть-чуть. 1% не дотянул. 1% не дотянул. Будет сейчас очень весело, если... Рандомный зомби сейчас такой зайдет и... Все. Здарики. А у меня есть гранаты? У меня есть одна граната. Термитная. Я вот думаю, может сходить к этим чувакам. Сюда дождь когда-нибудь закончится или нет? Если это время умирать, то... Блядь, то это трэш. Что-то меня кроет. Странно. Даже... Снорка ни одного не было. Сгоняю за тайником. Ну, блять. Спасибо. Дробовик. Дробовик это вообще не мое. Я бы вот отсюда сейчас их прям почикал так отлично, но, блять. Не стрелять нечем, сука. Yeah.
Ай-яй-яй, туда. Туда нельзя! Там аномалия. У нас Жикан. Блять. Заткнись нахуй. Еще батарейка садится. Там делают. Не заклинило. Но это не тот. Хуя себе ты резкий. Чертяка. Бля, въебало, получил. Сука. А, вообще, блядь, не говори. Ебасосину знатно прилетело, конечно. А больше нет бинтиков. А я до сих пор теку. Блядь. Чуть-чуть не дождался. Сучья ты, тварь. Так. Сколько мы в это играем? Кто не знает? Сколько мы в это играем? Так, ну вообще стрим 5-часовой, конечно, это понятно. Но... Сакс. Просто уже как бы немножечко ночь, а я еще собирался типа поесть. Так что, наверное, реально продолжим завтра тогда, получается. Чтобы не было так мало. То что-то реально как-то слишком мало. Но зато было весело. Зато было весело. Так, вы там, я так понимаю, все спите, я вас тогда отправлю дальше, чтобы вы проснулись где-нибудь в хорошем месте. Сейчас даже гляну, у кого. Так, что тут есть? Ну, Lies of P я точно не буду. Нет. Lies of P — это вообще трешак полный. Ну, сабмод. Не, чуваки с сабмодами — это вообще тоже трэш. Во, пошли Камилию смотреть. Погнали. Давайте, давайте, на автомате. Мне нужны все 6. Давайте. Я знаю, что вы сможете. Сложно. Вижу только 4. Давайте, чё вы? Вы жопитесь.
Ладно.